Производство компании Studio Ari при поддержке французского телевидения. Автор идеи Александр Со. Режиссер Виктор Мулен. Музыка Лефрер Санор. Продюсеры Жаслен Шарье и Антуан Роделе. Филин и компания. Великий Филин. Все в порядке, не беспокойся, мне не больно. Пока. Говорю же, все в порядке, мне ничего не нужно. Теперь ее никто не заберет. А я найду ее без проблем. Прямо под деревом. Какой гений решил положить эту штуку у нас на дороге? Что это? Похоже на каменный глаз. Ты что, разве бывают каменные глаза? А почему нет? Ты прав, это похоже на глаз. Покажем палочнику. Подтверждаю, это в самом деле гранитный глаз, причем очень древний. И насколько же он древний? Ну, ему 275 лет, 4 месяца и 2 дня. И я готов побиться об заклад, что это обломок статуи какого-то древнего божества. Божества? То есть того, кому местные жители поклонялись много сотен лет назад. Наверняка это лягушка. Эй, а почему не петух? Есть один способ узнать. Устроим поединок. Будем копать как филин, пока не соберем статую. Работа на раскопках требует большого внимания и большой осторожности. Каждый осколок может оказаться важным. Да-да, мы поняли, нужна осторожность. Эй, Бурки, кто так копает? У тебя нет инструментов. Вот. Возьми лучше это. Что они делают? Помните, копать осторожнее. Эй, вы что, все раскопали? Это не игра. Нам только что попалась одна удивительная находка. Картонная коробка? Вот такая? Нет-нет, как каменный глаз. Это означает, что у нас под лапами может находиться древняя святыня. Следы наших предков. Это бы их не обрадовало. Лучше прекратить. Может быть, но прекращать поздно. Мы уже копаем. Что же делать? Лишь бы они не нашли коробку. О, знаю! Я пророю подземный ход и заберу ее. Это невероятно! Это потрясающе! Нет! Значит, что наши предки поклонялись... Филину! Вот где ты. В этот раз закопаю поглубже. Поглядите! Глаз легко встал на свое место. Это подтверждает, что Филин является потомком божества. Так поклонимся же Филину, который, к слову, пернат, как и я. Да, но он просто Филин. Не сажать же его на трон. На трон? Прекрасная идея. О, повелитель, чего ты желаешь? Гусениц повелителю! Один момент... Я докажу, что Филин самозванец. Это подтверждает изваяние гусеницы, которую я нашел на дне пруда. Ух ты! 8934 год до Кристофера Робина.
королева! Чего вам угодно? Да-да, сейчас, не спеши. Ух ты, это, наверное, тут с древних времен. Эй, ребята, Филин тут нашел доисторическую пещеру. Сомнений нет. Филин – наше божество. Однако я бы хотел выяснить, действительно ли эта роспись относится к неопалеоамфидусской эре. Она была создана ровно 2 минуты и 12 секунд назад. Снова проделки Филина. Где он? Эй, держи его, он съест королеву! Привет! О, нет, мой четырехлистник! О, вот обидно-то, придется теперь искать другой. Это изваяние вытесано из древней вулканической породы. Значит, оно древнее, как наша Земля. Ух ты! Ну, вот это же. Да! Время-измеритель подтверждает. Филин действительно наш предок. Гусеницу повелителю! Кстати, где он? Автомат с ерундой. Напитки, жареные желуди, соленые каштаны, стильные украшения, забавные очки. Все за один жетон. Ого! Смотрите, просто опустите жетон, выпадает коробочка, и вы ее подбираете. Хе-хе, есть и гусеницы в сахаре. Вот это да! О, супер! Вот оно из ящиков лежит сюрприз. Необыкновенный сюрприз, потрясающий сюрприз. А что там, барбекю? А может, тренажерный зал? Это сюрприз! Покупайте жетоны в киоске! Принимаю любую валюту! Да! Ура! Ура! 15 жетонов! Сюрприз мой! Эй, а ну-ка стой! Это мой сюрприз! Ошибаетесь! Все по очереди! Нет. Нет, это устарело. Тут царапина. Их у меня полно. Я выиграю. Это очки. Теперь я. Гусеница. С другой стороны, рамка ничего. Ну вот, в коробках одни гусеницы. Хорошо, что можно обменять. Предлагаешь жетон за ящик? А в киоске 2 ящика за жетон. Так что твое предложение невыгодно. Ох, ох уж мне эти подделки. Работают через раз, нет уж. С меня хватит! Лавочка закрывается! Thank you.
последний ящик. И только бы не очередные очки. Автомат пустой. Без проблем. Я могу снова его заполнить. Это займет всего день. Почему мы не нашли сюрприз? Знаете, это означает, что сюрприз в следующей партии. Там много гусениц. Кролик и лошадь. А ты кто такой? Это лиса. Лиса? А где ее хвост? А это что? А? Ах да, лисы очень хитрые. Может, объединим усилия? Иха! В атаку! Скорее! Да, коробки теперь наши. Нет сюрприза. Нет сюрприза. Ни одного сюрприза. Почему нет сюрприза? А сюрприз в том, что сюрприза нет. Я его придумал, чтобы заманить простачков, вроде барана и квака. Ха-ха-ха, мы с ними знакомы. Никакие они не простачки. Это верно. И вообще, чихать они хотели на сюрприз. Именно. Они просто прикидывались. Да, но только зачем? Чтобы тебя поймать. А чтобы проучить тебя, мы подожжем твой груз. А вы заметили, что в коробках были хлопушки? Автофилин. А я думал, что соревнования проходят там. По знакам не разобрать. Знаю, надо забраться на дерево. Оттуда я точно увижу, куда мне надо. Что ж, кажется, там ничего нет. Я заблудился. Как же я утомился! Бараний дождь! Постой, посмотрим, что с ним стряслось. Да, спит без задних ног. Сердце бьется, но очень медленно. Эй, сейчас не время спать. Сегодня важный день. Ну-ка, живо поднимайся. Какой важный день? Сегодня соревнование по бараньим прыжкам. Проходит раз в 36 лет. Я сам его тренировал. Он точно готов. По-моему, он не совсем готов. Да, но этот прыгун сейчас проснется, говорю тебе. Может, ты его загонял, и ему нужен отдых? Исключено. Я готовил его по новейшей тренерской программе. Вставай! Вы тут так галдите, что поспать невозможно. Пойду-ка я найду место потише. Эй, а как же соревнования? Проснись!
невероятно! Он что, подушку проглотил? Потащим его к филину! Он знает, как расшевелить барана! Возможно, ты даже прав! Глянь, кто здесь? Это же филин, твой лучший друг! Он хочет с тобой поиграть, а? Я угадал? А, игрушка-подушка! Это он нарочно делает? Возможно, я нашел решение. Я назвал это усилителем. Революционная машина, укрепляющая мускулы. Вы спросите, как это работает? Ну да, как это работает? Все очень просто. Усилитель подключается прямо к мозгу барана при помощи анодизированных биполярных электродов. А затем гидравлический механизм передает сигналы из мозга в мышцы через экзоскелет, увеличивая силу в 10 раз. Так любой начнет бегать быстрее и прыгать выше. Если лес одобрит, я не против. Тоже мне новая идея. Баран за 6 миллионов. Демонстрирую. Теперь поймай эту гусеницу. Усилитель поможет барану вернуть прежнюю энергичность, а также добавит ему ловкости. Да, мы успеем разбудить его перед соревнованиями. Так, сперва разминка, чтобы появилась энергия. Хотел энергии? Ты ее получил! О, видимо, из-за разминки анодизированные электроды, подключенные к мозгу, начали барахлить. Хорошо, кто вызовется отключить приспособление? Я лучше возьму на себя ладиску. Есть лишь один способ его остановить! За мной! Итак, перед вами усилитель 2, младший брат первого. Есть добровольцы? Я по-прежнему занимаюсь логистикой. Судьба барана в твоих руках. Так что не подведи нас. Эй, тебе не туда, вернись. Что ты делаешь? Ты должен спасать барана. Пора спать. Игрушка-подушка. Но оба костюма пусты. Где же баран? И филин? Эй, сейчас все расскажу. Было супер, полный успех. Ты больше не спишь? Сплю? О чем это ты? Я победил на соревновании. О, видел бы меня мой кузен. Он должен был прийти. Наверное, заблудился. Вы его не видели? Погоди, твой кузен? Да, мы с ним как близнецы, только он мягче. Так и знал, что это не он. Я ни разу не проигрывал на соревнованиях. Наверное, он уснул. Может, 3 дня проваляться.